Божечки и кошечки, какие же котейки и песики попадаются нам в чудо генетики в Sims 4? И наша сегодняшняя героиня, ну ты только посмотри на нее, она просто космос, и она точно заслуживает нашего с тобой лайка. Ну что, будем приступать? Значит, у нас есть главная котейка, вот такая вот милашка, и сейчас мы для нее должны подобрать первого мужа, бойфренда, в общем, называй как хочешь, но сначала нам нужно с тобой что сделать? Правильно, бросить кубик. Итак, поехали. Нам выпадает число 5. Значит, переходим к нашим питомцам. Так, выбираем котейку. И давай посмотрим. Так, ты хоть самец, а то будет очень забавно, если мы сейчас самку выберем. Будем потом очень долго смеяться. Нам выпало число 5. Значит, нам нужно 5 раз бросить кубик. Раз, два, три. 4, 5. Хорошо. Первый готов, как говорится. Раз, два, три, 4, 5. Хвостик. Раз, два, три, 4, 5. И теперь давай посмотрим самое смешное, это всегда окрас. Раз, два, три, 4, 5. О-хо-хонюшки, ты посмотри. Раз, два, три, 4, 5. 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 И раз, два, три, 4, 5. По-моему, это самый необычный кот, который нам с тобой попадался. Ну и теперь посмотрим шерсть. Раз, два, три, 4, 5. Вообще выглядит симпатично. Но сейчас же будет самое интересное. Сейчас с мордахой поиграемся. Ну-ка. Раз, два, три, 4, 5. О-о-о, ну поехали. Раз, два, три, 4, 5. Носик. Раз, два, три, 4, 5. Вот, кстати, розовый цвет был бы, мне кажется, вообще в тему. Раз, два, три, 4, 5. И глазки. Раз, два, три, 4, 5. Вообще симпатичные. Слушай, ну смотри, какой красивый котейкин. Предлагаю перейти к котятам. Давай посмотрим. Значит, как обычно, мы будем с тобой делать первое поколение и пятое, как мы его называем. Значит, первый котенок у нас выглядит вот так. Блин, мне так эта расцветка нравится. Посмотри, какой миленький. Но мы еще пока что, понимаешь, в детстве они все милашки здесь. А вот каким будет наш котенок, когда он подрастет, это мы сейчас с тобой узнаем. Давай посмотрим на пятое поколение, как мы его называем. Раз. Два. 3, 4, 5. Я только хотела сказать, что, скорее всего, второй котенок пойдет, наверное, в папку, но нет. Значит, давай на тебя посмотрим. Подрастет наш первый котенок. О! Кстати, посмотри, какой симпатичный котенок получился. Ну, в смысле, кот. Если бы не расцветка, то я тебе хочу сказать, по-моему, получился очень и очень даже классный. И следующий котенок... Ой, следующий котенок, по-моему, его точно не докормили. И вот посмотри, он что-то взял от, получается, мамочки и что-то взял от папочки. Мне кажется, что худобой, он точно пошел на такой же худенький, как и мамочка. Но глазами, в принципе, то есть формой глаз и вообще их размещением, мне кажется, что пошел в папочку. Окей, наша первая парочка, ну, в принципе, справилась хорошо. Давай возьмем еще одного кота и сейчас посмотрим, что у нас получится с ним. Я надеюсь, что он будет отличаться от нашего первого главного героя. И поехали. Раз, два, три, 4, 5. Ой, тот черный мне очень нравится, знаешь. Раз, два, три, 4, 5. Спасибо, что ты крутишься, мы прям все видим. Раз, два, три, 4, 5. Есть. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Слушай, так это мы Русиков почти. Раз, два, три, 4, 5. О, фиолетовый. Раз, два, три, 4, 5. Ух ты, слушай, красивый какой, а? Красавец. Раз, два, три, 4, 5. Вот пушист он был вообще просто бомба. Переходим теперь к его мордочке. Давай-ка посмотрим. Раз, два, три, 4, 5. Вот тот был первый вообще просто бомба. Раз, два, три, 4, 5. Отлично. Раз, два, три, 4, 5. Ни разу нам не выпадают те розовые няшные ушки. Раз, два, три, 4, 5. Голубые усы — это наше все, я тебе говорю. Я так и знала, что что-то у него будет не так. Раз, два, три, 4, 5. И я знала, что у него будут мелкие глазки, ну, такие маленькие. Вообще, посмотри, какой красивый. Какой-то такой вот инопланетный, что ли, котик.
Блин, красавчик, согласись. Ну что, давай посмотрим, какие у него будут котята с вот этой вот мамочкой. Я, честно говоря, я поражаюсь иногда генетики. В 74, кстати, у нас два белых... Ого! Ничего себе у нас получился первый котенок. И давай посмотрим на пятого, или как его можно назвать, я не знаю, пятое поколение. Почему-то у меня крутится в голове пятое поколение. Ну что, давай нажимать на кубик. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Там вот эти первые два были вообще просто шикарнейшие. Просто очень красивые. У нас, кстати, смотри, все в мамочку идут. Ну что, котенок номер три. Котенок номер три, что с тобой такое? Какая-то наглая морда такая получилась. Я не знаю, почему-то у меня ассоциация с таким вот наглым котом. И давай посмотрим на четвертого котенка. Значит, ну он у нас, кстати, по-моему, в мамочку пошел. Фигурой в папочку, а мордой пошел в мамочку. Но в целом... А, еще и усиками. Усики тоже у него такие же голубенькие. Кстати, один глаз... Мне кажется ли, что этот глаз у него побольше, а этот поменьше, зрачок, нет? Итак, давай посмотрим, кто у нас получился. Я решила еще одного котенка получить бонусно. И ты сейчас просто вот, я не знаю, я такого котенка еще не видела. Значит, котенок номер один, первое поколение. Получился вот такой вот симпатяшка. Мне нравится, что здесь у него как будто бы сова, что ли, на попе. Ладно, не будем попу его рассматривать. Значит, котенок номер один. Котенок номер два. Котенок номер три. Три. Вот такой вот. Мне этот очень нравится. Такое вот у меня ощущение, что это наглый-наглый кот. И котенок номер четыре. Слушай, тоже симпатяшка. Тоже, вот знаешь, у меня почему-то ощущение, что у этого и у этого котенка какие-то вот человеческие черты. Человеческое выражение морды, что ли. Я не знаю, как это назвать, но я думаю, что ты понимаешь, о чем идет речь. И бонусно, ты посмотри на вот этого котенка. Я соединила еще раз нашу мамочку с последним котом. И мне кажется, что получилось вообще такое ощущение, что здесь у него... Ну, я знаю, что это у нас здесь кожица, но как будто бы здесь у него мозги такие. То есть у нас глазки в мозгах, разноцветные такие усики. Ну, просто какой-то нереально интересный кот. И мне он, кстати, очень-очень даже нравится. Напиши в комментариях, какой из котеек тебе понравился больше всего. Первый, второй. Давай-ка я тебе еще раз их покажу. Значит, number one, number two, number three, number 4 и number 5. Мне, я даже не знаю, какой понравился больше, у каждого есть своя изюминка. Я надеюсь, тебе понравился этот челлендж. Если хочешь больше чудо-генетики с нашими симпатичными песиками и котейками, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал. До скорых встреч, хорошего тебе настроения, пока-пока! Tell you